Добрый день, зрители нашего канала. В прошлый раз я познакомила вас с куклами, а сегодня я начинаю снимать целый цикл, как создать эту куклу. И начнем мы с головы. Основу любой куклы будет составлять ее лицо. Сегодня мы будем шить голову из трех частей. То есть у нас будет лицо и две части. Это будет затылок. Для этого мы выкроили эти детали, и потом их нужно прошить. Вот, получается, две части затылка, и одна часть – это лицо. Когда сошьете затылочек, там обязательно нужно оставить место, где можно будет эту голову вывернуть. Вот так. Выворачиваем ее на лицо. И потом через это отверстие, которое у нас останется, мы должны будем заполнить эту голову. Используйте синтепон. Я использую листовой, рулоном покупаю. Не годится здесь холофайбер, потому что когда вы будете наполнять эту голову, у вас останутся кружочки от холофайбера, а потом выровнять на лице это будет невозможно. Набивая голову, набивайте очень-очень плотно, используя какую-нибудь палочку, ручку. Но лучше вот я, допустим, использую палочку для суши. Очень удобная штука. И не набивайте сразу комком. Открыли это отверстие и потихоньку заправляем вовнутрь. Работа довольно кропотливая. Но чем аккуратнее вы это сделаете, тем красивше потом у вас будет голова. Вот видите, швы. Нужно очень хорошо у швов заполнить, для того, чтобы потом не было складок. Когда вы будете наполнять голову, она должна быть набита плотно-приплотно, чтобы потом она у вас не осталась подвижной, и в результате, чтобы потом у вас лицо не сложилось морщинами. Вот я вам показываю на примере сшитой уже головы. Вот она уже у меня наполненная все. И у нее получится вот просто вот это будет его как бы личико, и это будет затылок. На такой голове очень красиво крепятся потом волосики. У нее довольно высокий лоб, что характерно для вот таких вот уже кукол, у которых будут прически красивые. Вот оно, это отверстие, про которое я вам говорила. Мне очень понравилась эта форма головы. Это уже... Я не знаю, какая по счету у меня эта голова. Вот. Потом она... Вот представьте, что это туловище, вы будете его крепить. Вы будете крепить его вот здесь. Не вот здесь, как у всех кукол. Вот в этом центре. А вот она, ее отверстие, за которое... И потом эта голова очень красиво будет сидеть на туловище. Она будет как бы надвисать над шеей, как и положено. Вот. Я, допустим, когда первый раз столкнулся с этой головой, думаю, что-то мне непонятно, что там будет за лицо. Вот. А лицо там будет обыкновенное, плоское личико у этой куклы. Оно рассчитано на то, что вы поставите две бусинки сюда или, может быть, фломастером отметите глазки. И куколка такая и есть. Вы видели множество таких кукол, которые именно так и сделаны. Вот. А в результате они будут потом все одинаковые. Вот как выглядит эта кукла. Вот, вот плоское ее лицо, вот туловище. Эта кукла каркасная, если надо, чтобы она стояла, то есть сюда каркас одевается. Но это об этом я все расскажу потом. Сейчас мы говорим конкретно о голове. И я для себя решила, что эту голову можно попробовать сделать иначе. И я ее сделала вот именно иначе, чем она была дана. Набила шарик, вот он, вот у нас низ головы, вот верх. Вот смотрите, если я ее вот так вот немножко подержу в руках, пум, я сделаю длинное лицо. Если мне нужна будет кукла с круглым лицом, допустим, это какой-то малыш, я его вот немножко все подправила, и у меня будет лицо круглое. Видите, вот в этом месте у меня как бы есть уже носик отмеченный. Все это сделать очень просто, пока у вас вот это отверстие готовое. То есть вы берете маленький кусочек синтепона. Смотрите внимательно. Я наматываю его на конец вот этой вот палочки. И я просто подныриваю вот в это отверстие, и вот сюда его закладываю.
Точно так, что я заложила сюда же щечки из синтепона, поправила их палочкой на нужное место, и у меня получилась вот такая уже голова. У нее уже есть щечки, вот они щечки, вы их видите прекрасно. И вот есть носик, и вот смотрите, я вот сейчас возьму, так два пальца поставлю, видите, и вот они есть уже глазки. Для того, чтобы потом сюда глазки сели аккуратно, не так, как вот вы пришили глазки или приклеили глазки, и у вас получились они на выкате. Ну, естественно, если у них плоская поверхность, как глазки будут смотреться? На выкате. Значит, возьмите вот эти места, отметьте, где будут у вас глазки, введите сюда иголочку. Я вот тонкой-тонкой иглой покажу. Вот так вот. И выведите ее вот здесь. И прошейте туда-сюда, туда-сюда, закрепите. У вас уже будет четкое место глазок, и они уже будут утопленные. То есть они будут сидеть уже так, как им положено сидеть. Если у вас, после того, как вы поставите вот этот носик, щечки, и посадите голову, пришьете ее, возникнет вопрос, что вот как бы маловато вот здесь вот выпуклости, ну, вы же трогали рукой, где-то что-то сбилось, не бойтесь поправить. Оно там настолько все плотно разбито, все. Но вот смотрите, щечка, вот она, видите, неровненькая. Продеваете иголку внутрь и прям иголочкой вот так вот аккуратно все расправьте. Подправьте сверху так пальчиком, не будет ни отверстия, ничего. И у вас будет абсолютно гладкая щечка. Вот, значит, я вам показала, какое это плоское было лицо. А потом, если вы сделаете вот это, и вот что из этого получилось. Вот эта кукла была с плоским лицом, совершенно с плоским лицом. А вот она уже, видите, сделана с глазками. Не просто точки поставлены, вот у нее носик. Вот они, щечки, я даже нарисовала небольшие губки. И кукла совершенно смотрится иначе. Только вам решать, как будет выглядеть ваша кукла. А вот кукла сделана по такому же принципу, но просто глазки отмечены фломастером. И тоже кукла, и тоже симпатичная. Поэтому решайте сами, как вы будете поступать с такой головой. Попробуйте сделать так и так, пришить. И потом уже будете знать, какая вам будет нужнее.